Доброго времени суток, дорогие зрители. Добро пожаловать на новое видео с Midnight SCP-SL. Совсем недавно в Midnight SCP-SL бету, ссылка на покупку в описании, добавили новый эксплойт, который позволяет ломать голосовой чат в SCP-SL. Да-да, вы не ослышались. Ломать голосовой чат. И на самом деле это выглядит довольно смешно. Например, как в этом клипе. Тут человек просто не выдержал нагрузки и умер. Стой, стой, да куда ты убегаешь? Алло, Солазил, слышишь, алло, Солазил? Алло, Солазил, если ты разумный, прыгни, стой, Солазил. Да, он умер! Алло, прыгни. Чтобы эта хуйня заработала, нужно на хью жать, да, или прыгни, Павел Лагуцкий, прыгни. Нет, надо нахуй на дабл жать. Прыгни, алло, Павел Лагуцкий, ты меня слышишь? Прыгни, если ты меня слышишь, прыгни. Все, алло, Павел Лагуцкий, алло. Алло, Павел Лагуцкий, алло. Ты тут? Алло, Павел Лагуцкий. Стой. Телеграм-чат закрыт. Почему закрыт? Алло. Спасибо. У меня голос знакомый. Где можно поиграть? Я встретил! Туда снимаешь? Что? Ты снимаешь? Я ведь админ забанил. Ну да, мы с Найтом Урбаничком. Я не разраб игры забанил, меня админ забанил. Я видео. Наконец. Привет от детей Миднайта. Вы ему опять уже войс поломали, как вы это делаете? Power Events, там админы не понимают, почему не слышно никого. Я тоже не понимаю. Я тоже не понимаю, говорит. В чём прикол? Баг игры? Это баг игры. То есть я тоже кому-то ваш чат поломал, ну точнее тебе, раз уж ты не слышишь. Так может я просто у него нахуй поломал чат настолько, что... Так нет, если ты ломаешь ваш чат, то ты слышишь других, это они тебя не слышат, и остальные. Ну значит ты мне тоже ваш чат поломал, вот ты его слышишь, Индефин? Я не знаю, я живой. А, блять. Сейчас буду выдохнуть. Блядь, сука, как же бесит этот баг ебаный. Не, лучше ревентерком. Ломаешь, по-братски, чисто по-братски ломаешь. О, меня мут выдали, слышишь? Меня мут выдали. Долбоёбы. Поздно уже, правда, поздно. Ой, да, он и, блядь. Да все у них, нахуй, уже войс перманентно уничтожен. Я только тебя слышу, понимаешь? Только вот эти твои... Алло. Все, вот ты правильно, так и должно быть. Чисто по-братски, нахуй. Чё вы сюда тпсе нас? Чё? А, чё? Они чё, тебя никто не слышит, Индефин? Вот и всё. А ты меня слышишь, нет вообще? Я вроде тебя слышу чуть-чуть. Вот так, чуть-чуть. Помаленечку, сука. Да это долбоёб, сука. Иглоблох ебаный. Иглоблох, блядь. Сука, картавая помощь, даже написать не можешь нормально. Сука, будь чушпаном нахуй в жизни. Ну ладно, блядь, ну чтоб тебя в интернете еще ебал в говно макали, это надо уметь нахуй. Их не слышно, их не слышно.